В западной части острова Панглао располагается 2-километровый пляж Долго Бич. Попасть на этот пляж можно через Матта Стрип Молл, в котором для туристов распахнули свои двери многочисленные магазинчики, кафе и рестораны. Сейчас мы находимся рядом с японским рестораном, его название вы видите. Это одно из тех единичных мест, где на Панглао можно купить настоящую красную икру, привезенную из России. И стоит она 1650 песо за 250 грамм. Давайте посмотрим меню этого ресторана. Цены вы видите. Какое интересное местечко с икрой из России. Красивое место, в котором объединены природа и инфраструктура. Пляж Долго славится своим мелким белоснежным песком и пологим дном, благодаря чему подходит для отдыха с детьми, бирюзовой водой, красочными морскими обитателями, шикарными пейзажами и потрясающими закатами.
На берегу есть дайв-центр и другие пляжные развлечения. Давайте посмотрим, во сколько обойдется выпить коктейль с таким шикарным видом. Вечером пляж погружается во множество огоньков, из ресторанчиков доносится живая музыка, над головой шелестят кроны кокосовых пальм. Отличное время, чтобы прогуляться вдоль пляжа. Сделать это можно как по песчаному берегу, так и по вымощенным дорожкам, что редкость для острова. Долха – чудесный пляж и определенно заслуживает внимания.